В городе Кунаеве готовят муралы с изображениями полицейского, врача и дворника. Художники завершат работу уже на будущей неделе. На зданиях областного центра уже имеются изображения Абая Кунанбаева, Динмухамеда Кунаева, Абу Насыра Аль-Фараби. Также есть муралы на патриотическую тему. Всего же в городе насчитывается 295 многоквартирных домов. На стенах многоэтажных домов готовят еще три мурала. На них также будут изображены люди труда. Мы должны всегда помнить и знать профессионалов своего дела.